Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в Государственный Дарвинский музей. Приятного вам просмотра. Не переключайтесь. Вот здание, друзья, самого музея. Такое большое. Так, а мне нужно направляться вот эту дверь. Друзья, ну что, я купил билет единый. Он стоит 300 рублей. 300 рублей, да. Вот. Ну что, а мне нужно идти вниз, раздеваться. Какая крутая, красивая лесенка. Очень красивая лесенка. Такая прям дворцовая. Картины. Уже. Так. Шикарная лестница. Лошадка такая красивая. Так, пойду раздеваться. Итак, друзья, экскурсия началась. Вот такие вот красивые экспонаты за стеклом стоят. Это мужской костюм с шапкой и поясом. Монголия. Конец 20 века, что ли? Да, шелк, бархат. Ну и так далее. Тут много что читать нужно. Так, это их юрта. Это верблюд двугорбный. И вот жители Сахары написано. Как они жили, где жили, что кушали. Информация полная. Так, здесь у нас картинки, информация про растительный мир пустыни. Так, здесь у нас здесь растительный мир пустыни Сахары, я так понимаю. Ну да, вся информация. Другое здание, друзья. Тут снова картины пошли. Такие яркие, сочные. Как красиво. Очень красиво. Я сейчас перехожу в другое здание через переход. Вау, как красиво. Так, иду в соседнее здание. Телевизоры стоят, можно посмотреть. Так. Так, а мне нужно подняться на второй этаж. Я уже в соседнем здании, друзья. Вау, как красиво. Наверное, макет какой-то. Так, а мне нужно куда идти? Наверное, на второй этаж. Пойду на второй этаж, друзья. Здравствуйте. А как мне попасть, где чучело? Я забыл. Есть, конечно. Билет на контроль. Или вы уже оторвали? Оторвали. Вот по перилам. Нет, туда не ходите. Сейчас там фильм идет. Ага. За кассой вот прямая лестница. Угу. Поднимитесь по этой лестнице на второй этаж. Угу. Второй и третий. А все. Потом, когда фильм... Первый этаж.
Все, спасибо. Так, мне сказали, друзья, куда пройти. Это второй будет третий этаж. Ой, какие красивые поделки. Прикольно. Это, наверное, дети делали. Стекла. Люблю вот такое стекло яркое. Прикольно. Так. На второй этаж. Этап познания живой природы, микроэволюция, центр Эко-Москва. Будет. Так, бежим. Ой, какая лист красивая. Так, ладно, я сейчас отключусь. Так, друзья, я добежал до второго этажа. И начинаются вот такие вот экспозиции. Это изменение экосистемы называется. Какие вот красивые. Животные, это птичка. Вот еще птичка. Это все чучело. Птичек, животных сейчас будет. Так, это у нас, вау, какой красивый. Алина. Вау, как красиво. Это лисица. А там какая-то сидит. Ой, какая красивая сова. Это белая сова. Друзья. А, ножку поймал. Какой молодец. Так. Вау, как красиво, друзья. Охуеть. Смотрите-ка. Волк нападает на большого оленя. Как красиво все сделано, да? Но а сама жизнь такая картина страшная. Бедняжка, нападают волки. Так, это межвидовые взаимоотношения. Межвидовые взаимоотношения, друзья. Так, это... Это кто? Это кто? Я даже не могу найти, кто это. Нифига себе. Птица поймала. Кролика. Вон дятел. А вот зайцы. А вон зайцы. Зайц белят. Какой ясный. Так, идем дальше. А, как красиво. Так, это процесс видообразования. Так, это черная ворона, это серая ворона, это гибрид черной и серой вороны. Это птица с хвостом. Офигеть. Великолепная райская сорока. Офигеть.
Ой, а это чайка. Это чайки сидят, стоят. О, какие хорошие, пушистые. Так, это гибриды песца и лисицы бесплодные. Из-за того, что у них нарушено образование половых клеток. Утки. Так, и то. А, чичи. Вау. Так, а здесь фазаны, тетеревы, глухари, различные птички и... Так, что-то они все гибридные. Что-то гибрид. Черный хорь. Черный хорь это вот. Это вот это. Гибрид тигра и льва. Офигеть. А зачем гибриды делать? Не понимаю. Что значит гибрид? Вау, какой красивый. Как настоящий, боже мой. Офигеть. Гибрид тигра и льва опять. Здесь все гибридно. Межвидовая гибридизация. Не выговорю даже. Межвидовая гибридизация. Ну прям вообще. Медведи. Куры. Так, бурый медведь. Бурые медведи. Сидят. Милашки. Как настоящие. Так, а это какой большой. Это бурый медведь. А, это, наверное, маленький медведь, а это большой медведь. Наверное, да. Это красивый, это большой. Так, это бурый медведь снова. Я говорю, ну так не получится. Вау, вы такие большие. Ничего себе, они такие большие. Офигеть. Офигеть. Вот это ну просто, я не знаю, как будто настоящий. Нет, шкура-то настоящая, понятно, но как сделать это... Там нужно просто мозг иметь. Так, пойдемте дальше. Так, это экспозиция лис. Лисы. Так, лисица. Все лисы. Так, это внуки, все белки. Позиции все по очереди стоят. Там раз, два, вот три медведи. Здесь лисы. А где Настя? Какие мордочки. Это волк. А, это экспозиция волков, лис. Каких-то птиц больших, белых. Вау, вообще. Ой, какие красивые. Большие. Как так нужно вообще сделать, да, это? Нет, это чучело. Да, чучело, понятно, сделать. Но они так сделаны, как будто они вот живые, да? Глаза вот так присматриваешь, как будто они сейчас... Сядь вот тут, около этих. Угу. Сядь вот тут. Люди восхищаются просто. Ой, сейчас вам такую покажу картину. Географическая изменчивость. Тигры, вот это да, это тигры, друзья. Охренеть. Леопарды. Потом вот такие вот леопарды какие-то, пятнистые, интересные. Офигеть. Вау. Как красиво.
Это обзорчик зала, покажу вам. Очень красиво. Так, идемте дальше. Здесь птицы. Экспозиция «Половой отбор» называется. О, павлин какой! О, май гад! Какой красивый павлин! Индийский. Посмотрите на него хвост. Какой красивый хвост. Это же вообще волшебство. Кстати, самая моя любимая птица. Большая. Ой, императорская райская птица сидит. О, милашка. А это кто? Фазан арбуз. Вау, смотрите, какой хвост. И тут еще куча других. Вау, это олени опять. Дерутся уже. Олени дерутся. Бедняжка, жалко. Бедняжки, зачем вы так деретесь? Так жалко. Бедняжки. Бой олень называется экспозиция. Вау, сейчас я вам такое покажу, друзья. Ай, это что-то будет. Вау. Уссурийская совка. Ой, какие красивые. Смотрите, какая птичка маленькая, совка. Ой, какие красивые. Ой, это с детьми. Это кто? Это Вальдшнеп. Самка с птицами. Ой, какая красивая самка. Это кто? Манул. Ой, ой, как он стоит. Ой, как стоит. Так, это бородатая куропатка. Ой, красота. Большая выпь. Покажу больших животных. Так. О, это кто? Расширяющая окраска. Охренеть. О, боже. Как красиво. Так, сейчас я вам не показал козла. Это, наверное, горный козел. А, сибирский козел. Криптическая окраска. Смотрите на него. На его рога обратите внимание. Офигеть. Офигеть. А это зебра. Что-то зебра какая-то странная. Коричневая с белым. Надо пойти прочитать. Что это за вид такой? Надо прочитать пойти. Что это за вид? Так, зебра Грейви. Вот она, красавица. Я просто балдею. Это же надо так сделать, чтобы казалось все, как будто они настоящие живые. Просто восхищаюсь. Так, это искусственный отбор. Это собачки. Разные собачки. Ой, какая маленькая. Это мопсик, это знает. Мальтийская болонка. Такса. А это, вау, большая какая-то. Ньюфаундленд. Не знаю, немецкая, что какая-то. Освечивает, блин. Вообще. Это доберман. Ой, какие хорошие вот там стоят. Ой, какие хорошие, какие хорошие. Это венгерская овчарка. Белая стоит. Это кокер-спаниэль. Маленькая. А это вообще голая-голая. Голая мексиканская собачка. Такая страшненькая, боже мой. Кого только нет.
И еще это не все. Сейчас еще собаки покажут. Вау. Это русская псовая борзая. Это вот она. Русская. Такая высокая. Шпиц. Какой красивый. Какой красивый шпиц. Это чау-чау. Моя ласка. Афганская борзая. Какая красивая. Русская псовая борзая вон там стоит. Все борзы, короче, собрались. Так, это гибрид волка и собаки. Там лайка. В общем, друзья, приходите. С детьми, с семьями. Офигеть. Так, еще вот так вот покажу вам. Все показать это нереально. Просто очень большой музей. Просто очень большой музей. Здесь куча всего. Фламинго, друзья. Это кудрявый пеликан. А чем именно кудрявый? Он что реально кудрявый? А, это золотовласый пингвин. Какой красивый, какой хороший. Много-много различных птиц. Вау, какая бородата. Не ясыть. Офигеть. Боже, они такие интересные. Это журавль. О, кричит. Так. Ну, здесь ничего такого интересного. Могу показать только... Как они называют? Средняя сумчатая летяга. Вот они. Какие-то летяги. Ой, длинноухий шипохвост. Боже, она летающая. Смотрите, маленького, видите? Летающего. Офигеть. Так, пойдемте дальше. Так, это естественный отбор. Тут такая вот экспозиция. Так, тут совы. Калифорнийский морской лев. Вот этот вот лесная куница. Так, это утконос. Вот меня зато. Очень страшно. Аист. Добро... Тупромордый крокодил. Вот. Земноморский долгопер. Это пушистый нравится. Серония. Какие красивые, какие красивые. Так хочется всех потрогать, потискать. Такие все шикардосные. Просто. И тут очень много картин, различные картины. Животные. Наши картины животных, природы и вообще много чего. Даже не знаю, куда идти. Я растерялся, друзья. Так, волки вы видели. Зайчика вы видели. А этого ушастую сову вы не видели. С птенчиками она вот сидит. Дальше. О, вообще картина вообще. Тут нужно, короче, 3-4 дня, чтобы все осмотреть. Это точно. Так, это вот индюк. Так, это индюк. Так, это. Это кто? Непонятно.
курочки. Ой, какая красивая. Ты кто? Кися? Кошка? Кто ты? Понятно. Чем они тут питаются, значит? Эти все животные, все питаются вот этим. Так, идемте дальше. Вау. Охренеть. Раз, два, три, поворачиваю камеру. Вот. Так, начинаем. Осмотр. Позиция. Так, это олень. А, косуля. Извините, косуля. Ой, какие хорошие, какие хорошие. Каспийская нет. Боже ты мой, я боже. Ну, сейчас слезы потекут. Вау, это кто, совы? Офигеть. Так, сейчас еще. Не знаю, куда поворачивать камеру. Ой, мне сейчас просто шок будет от такой красоты. Девочка фотографирует. Так, я вам покажу сейчас вот такую красоту. Вау. Павлин, друзья. Смотрите. Хвост открыл павлин. Вообще шикардоска. Прям сделано просто. Я не знаю, как будто они все живые, реально. Сейчас вот полетит, допустим, павлин, такое ощущение. Так, это львы. Львы, львы. Это лев, это львица. А это их дети. Так. А это белый медведь. Какой красивый, большой. Белый медведь с ребеночком. Ананаска. Какая ананаска. Так, это императорский пингвин. А вон какой он рождается, видишь, совсем это маленький. Какой пингвин. Косуля, друзья. А вон волк. Это писец. Линяющий писец. Это вот такой вот только да, белый шкурный. Вау! Они на меня смотрят, представляете? Вот, кто на меня смотрит. Идите. Какие здоровые головы. Белый павлин, друзья, белый павлин. Смотрите, белый павлин, видите? А вообще здесь куча различных животных, птиц. Я вам все, к сожалению, не могу показать. Это нереально. Нереально просто. А, вот еще очень много. Вообще просто шикарно. Так, а это... Так, это как? Индивидуальная изменчивость. Экспозиция так называется. Здесь лисы, друзья. Различные лисы. Кролики есть. Ой. Это красиво.
Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Это зал номер 4, этапы познания живой природы. Ну вот, курочки пошли. Курочки в деревне с цыплятами. Голуби. Нет, никак не забраться, Саша, стекло. Это стекло. Саша, не забери. Так, какие-то вот это серый сурок, пингвинадели, пингвин. Так, пойдемте дальше, друзья. Ой, медведь какой большой. Какой медведь. Так его поставили, большущий медведь. Так, пойдемте дальше. Так, третий этаж, продолжение осмотра. Микроэволюция. Вау, здесь еще лучше. Вот телевизор показывают, как что происходило. Происходит. Ой, как красивая картинка, смотрите. Лиса. Так, это жилая среда человека называется. Позиция, кухня, значит. Там вот арбузы, мусорка. Так, это улица. Голуби. И уличная кошка. Так. Май гад. Это редкие исчезающие виды животных. Да. Какой хороший. Какой хороший. Лапку, да? Лапку. Лапку, да? Лапку. Какой хороший. Какой красивый, какие зубки, какие прикольные зубки, стоит такой хорошенький. Так, а это осел, что ли? Или кто это? Это лошадь Пржевальского. Бедняга, исчезающий вид, попал в красную книгу. Вот тут тоже красивая уточка. Я про нее видео смотрел. У этих уточек только самцы красивые, а самки... Вот, наверное, это вот самки. Уточки. Это тигр. Да, тигр пьет водички. Это птицы различные. Так, это очень такая серьезная сова. Это рыбный филин. Ой, видите, какой красивый. Рыбный филин, рыбка любит есть. Ой, какой большой. Боже, а это кто? Это сахалинская габарга. Боже. Ой, какой красивый. Маленькие птички. А это кто? Горный козел, 100%. Нет, амурский горал. Только это журавль, наверное. Японский журавль, друзья. Ой, распушился. Вау, какой ты красивый. Офигеть.
Офигеть. Сейчас я вам скажу, кто это. Это Дрофа. Дрофа. Так, это у нас водно-болотный комплекс Лосиного острова. Я живу возле Лосиного острова. И вот эта вся живность меня окружает. Вот. Кабаны, вот есть утки. Там какой-то зверек. А где олени? Или лоси? А, лоси. А лоси что-то не поставили. Лоси тоже живут в Лосином острове. Там такой же зверечек есть. А, янтовитая. Это собачка янтовитая. Вон, видите? Вон там собачка янтовитая собачка. Так, кабанидзе. Кабанидзе. Какой большой. Так, пойдемте, я вам сейчас что-нибудь покажу. Так, это палеолитическое поселение Сунгиль. А, какой красивый лось. Ой, боже, смотрите на это, какое красивое животное. Ты кто? Как тебя звать? Сайгак. Где это Сайгак? Сайгак. Это лосиха, наверное. Лосиха кормит своего лосенка. Так, это волк. Вау, грозный волк. Ну какой кролик там красивый. Кролик сидит. Вон. На мою крольчиху похоже. Такая большая позиция. Так. А с этой стороны что? А здесь захоронение. Вот захоронение. Вот человечек. Поселение. Палеолитическое поселение Сунгир. Житель этого поселения. Так, это неоантропы. Так, это у них их жилье. И шкур. Точили его и привязывали, да? Вот, это вот сами веревки могли из кожи делать, да? Мужчина, женщина. Так. Да, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Ну, это вам не интересно будет. Ранее земледелие на территории Подмосковья. Так. Ну вот здесь медведь такой вот красивый, большой. Такой вот, такая вот экспозиция. Идем дальше. Идем дальше, друзья. Кстати, спасибо вам большое за приятные комментарии. Вау, сколько обезьян. Смотрите, сколько много обезьян. Так, начнем. Это кошачий лемур. Вот этот вот серый. Красотка такая. Так, это большой толстый лори. Боже, какой интересный. Какие глазки, а зубки. Ой, боже, какой хороший. Это малый толстый лори. Почему? Толстые. Не знаю, почему толстые. Это тонкие лори. Боже, толстые, тонкие. Так, это тамарин усатый. Это вот этот вот. Так, еще куча-куча мелких обезьян. Это тут большая.
Это малая белоносая мартышка. Так, это большая, так, мартышка коронованная. Коронованная, да. Вот, куда она смотрит? Вовуша, это современная низшая обезьяна старого света. Носач. Носач. Обезьяна носач. Так. Так, а это у нас большие. Так, какие-то гориллы, что ли? Вымершие высшие обезьяны старого света. Вот, умершие, говорят. Как жалко. Какие красивые, какие большие. Так, это гиби серый. Так, это сиаманка с просто... Не выговорю. Пост попалы. Господи, не могу выговорить. Ой. Это дрил. 1807 год. Такая вот обезьянка. Так, это гелада. 1835. Это обезьянка Бабуин, 1766. Бабуин тоже. Так, пойдемте дальше. Так, это вам не интересно? А вон я в зеркале. Привет, привет, привет. Всем привет. Так, пойдемте дальше. Ой, как жарко-то мне, как мне жарко. Тут такие вот статуи стоят. Большие. И большие статуи. Вау. Мир динозавров пошли. Вот такой динозавр. Так. Птички, журавли. Курлы-курлы, говорят, курлы-курлы. Это коммуникация. Просто вот такой вот. Вот такая вот экспозиция. Так, обезьянка. Это язык эмоций шимпанзе. Пойдемте дальше. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вау, какие красивые снежные бар с потомством. Ой, какая красота. Ой, как мне поднимают настроение всякие животные. Кошки, собачки. Ой, играют, играют, играют. Какая красота. Он вот сидит. Какой душистый. Красота. Так, вот, пожалуйста. Смотрим. Такой вот. Такая экспозиция. Идем дальше, друзья. Нам нужно идти дальше. Нужно идти дальше. Зал номер 6. Зоогеография. Зоогеография, друзья. Сафанны Африка. Лев, обезьянка, шакал. Какие-то птички.
потом страусы. Ничего себе, штуку! Вау, какой красивый страус. Так, это Мадагаскар, Галапагосы, Австралия, Новая Гвинея и так далее. Так, начинаем мы с Мадагаскара. Так, это кто? Это кошачий лемур. Так, это какая-то птичка. Вот какие красивые пушистые. Это рыжебрюхий лемур. А тут тоже лемур. Так. Пойдемте посмотрим с другой стороны. Это лемур Барри. Так, вот такая вот экспозиция. Это у нас была экспозиция Мадагаскар. Так, Новая Зеландия пошла. Так, и черепаха гигантская или слоновая. Так, и птички. Так, Океания. Так, птички опять. Это рыжий кенгуру. Лисий кузу. Рыжий исполинский кенгуру. Так. Это эмо. Эмо. Так. Вот такая вот, значит, экспозиция. И здесь из различных стран. В общем, животные, птицы. Вот, из различных стран здесь. Птички. Тоже какая-то птица. Казуар шлемоносный. Так, черный лебедь. Белобородный зелено-красный попугай. Я очень мечтаю вот такую птичку себе приобрести. Малакинский какаду. Какой он красивый. Это какаду. Разные птички. Так, вот здесь еще вот надо посмотреть. Животные. Вот это опять птичка такая с хвостом, которую вы видели. Вау, это что? Боже, а где голова? Вы видите голову? Офигеть. Ну какая крокодуля, какая крокодуля. Боже, сколько птиц. Это нереально столько показать. Вот такая экспозиция. Я вам не смогу столько всего показать, друзья, как жалко. Мне не хватит батарейки просто. А вот бенгальская кошка. Попугай. Вот это обезьянка. Я не знаю, кто. Кошка, животное, волк. Это образ, это что? Такое. Такая вот экспозиция. О май гад. Офигеть. Это. Сейчас я вам скажу, кто там, прочитаю. Это североамериканский дикобраз. Так, это... Енот полоскун, милашка полоскун. Вау, такой чернохвостая луговая собачка. О, а это бизон. Офигеть. Офигеть. Бизон,
Господи, блин. Сейчас я вам с другой стороны покажу. И народ пришел, много народу. Много-много птиц. Очень много чучел. Очень много чучел. Так. Покажу я вам вот это вот. Он есть всяких муравьев, там, насекомых, в общем. Вот это такое красивое животное. Муравьед он называется, муравьед. Это морская тема пошла. Морская тема мне не хочется смотреть. Морскую тему не хочется смотреть. Я люблю все, что пушистое. Так, это вот такая позиция. Зубр, говорят. Так, тут различные, значит, другие животные. Это пятнистый олень, друзья. Это пятнистый олень. Тигр опять. Так, пёстро-китайский фазан. Амурская кошка. Сирийский красный волк. Янтовитая собака. Вот она. И тигр просто неласка. Офигеть. Ой, какие все красивые. Это кто? Мандур, друзья. Камышовая кошка. В камышах живет, что ли? Ну как так? Блин. Олень, сейчас олень покажу. Это лось. Есть. Кошка какая-то. Какой красивый. Какой красивый. Так, идем дальше, друзья. Белый медведь. Белый медведь, друзья. Смотрите, белого медведя. Это Северный полюс. Для арктических морей. Кого только нету. Кого только нету. Дальше пойдем. А, все, выходим отсюда, да? Куда мы идем дальше? Куда мы идем дальше? Мне нужен первый этаж. Пойдемте на первый этаж. Итак, друзья, первый этаж. Тут так красиво. Обалдеть. Сейчас я начну вот оттуда, наверное. Да, вот отсюда начну. Так, это горы. Экосистема гор. Горный козел. Ой, это кто? Снежный бар. Какая красота. Горный козел. А, это называется не горный козел, это эдельвейс. А тут козел называется аркар. Какой-то командор или какая-то птица, не пойму, как называется. Ума! Ума! А, вот, ума, да, ума, вот. Ваня, друзья, анкарь. Это
шакал. Вот грызли, охренеть. Кабана отгрызли. А, ну это... Итак, друзья, раз, два, три. Вы не представляете, что я сейчас вижу и кого. Какое-то животное. И такой прикольный. Вау, вот это жермес. Так, это жермес, друзья, реально. Просто жермес. Это животное не знает слово диета. Это морж. Это морж. Как вы догадались уже. Это морж. Так, куда еще мне пойти? Ну, здесь морская тема. Вот это могу из морской темы показать вот эту. Пингвины. Так, сейчас я вам покажу обзор вообще этого зала. Вот. Это все экспозиция, экспозиция. Там вот морж. Здесь, значит, вот тоже дерево какое-то поставили красиво. Это все по кругу ходим и смотрим. Ну, это вообще, тут, конечно, освещения не хватает. Чуть-чуть можно было света добавить. Блин, вообще шикарные. Тут крокодилы. Все животные. Шикарные фотографии здесь получаются. Ну все, друзья. На этом, наверное, экскурсия подошла к концу. Экскурсия такая насыщенная получилась, очень
много различных животных, птиц. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Еще раз хочу поблагодарить вас за очень приятные, хорошие комментарии. Спасибо, что вы подписались на мой канал. Что вам еще сказать? Делитесь видео с друзьями. Пусть ваши друзья тоже смотрят мой канал. Вот, как-то так. Ладно, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.